21 февраля в кинотелекомплексе «Главкино» прошло заседание АПКИТ – Ассоциации продюсеров кино и телевидения. На собрании были подведены итоги года кино, а также обозначен круг задач на ближайшие 12 месяцев. В этом году было несколько знаковых событий, которые мы для себя отметили. Значит, ну, первое событие – это то, что инициатива Ассоциации продюсеров кино и телевидения была официально принята на площадке Агентства стратегических инициатив. Агентство приняло для себя приоритетным проектом это введение системы ребейтов в регионах, потому как это некая экономическая модель усиления инвестиционной привлекательности региона. Это и развитие регионального кинопроизводства, и вливание в кинотелепроизводство дополнительных инвестиций со стороны регионов и непосредственно развитие самого региона, инфраструктуры кинопроизводства, появление рабочих мест. Внедрение системы ребейтов планируется в том числе и на территории Московской области. Работу в этом направлении готова поддержать компания «Главкино», которая в этот день стала новым, 29-м членом ассоциации. Для нас, безусловно, это успех. И прежде всего, как для банка ВТБ, который является нашим финансовым партнером, который вложил сюда достаточно большую сумму денег, это является неким знаком того, что все те деньги, которые направлены на создание этого кинотелекомплекса, потрачены не зря. И на сегодняшний день ассоциация АПКИТ подтвердила, что Главкино может стать одним из лидеров кинотелеотрасли. Мы познакомились с 28 компаниями, потому что мы 29-е, и рассказали наши возможности потенциальные. И я надеюсь, что с завтрашнего дня мы начнем тесное сотрудничество и сможем сделать достаточно комфортные условия для того, чтобы на нашей площадке работали все те компании, которые входят в АПКИТ. В рамках сотрудничества Главкино и АПКИТ также обсудили ряд образовательных инициатив для реализации. Кадры решают все, нам необходим приток новых, правильно образованных кадров. Это касается всей линейки, от сценаристов до вторых режиссеров, инквизиторов и так далее, профессий в кино очень много. Будем шаг за шагом из Главкино развивать это направление. Кроме того, на заседании были названы номинанты премии АПКИТ за лучшие фильмы и телесериалы прошлого года. Лучший телевизионный фильм. Вот тройка на сегодняшний день. «Батальон», «Битва за Севастополь», «Пьяная фирма». Лучший телевизионный мини-сериал «Клим», «Мажор», второй сезон, «София». Лучший телевизионный сериал более 24 серий. «Анна детектив», «Молодежка», новые серии, «Практика», «След». И лучший ситком «Кухня», шестой сезон, «Ольга» и «Физрук», третий сезон. Вот, как мы можем заметить, что в некоторых номинациях даже есть по 4 номинанта, а не по 3. Это говорит о том, что просто набранное равное количество голосов. Голосование, еще раз говорю, было очень плотное, и разрывы все эти очень минимальны. Сейчас будет второй тур, члены ассоциации выберут из каждой номинации одну лучшую работу. Итоги будут объявлены 31 марта на торжественной церемонии. Несмотря на кризисные годы и конкуренцию, российская кино- и телеиндустрия растет. И ассоциация продюсеров теперь уже в обновленном составе делает все возможное, чтобы эта тенденция только улучшалась.